Всем привет! Меня зовут Каролина Севастьянова. Я представляю новый выпуск своего проекта «Живи движением». У меня в гостях тренер Союза контактного спорта Кутузовский Айк. Айк, расскажи, с чего начинается именно твоя разминка? Моя разминка начинается с базового движения в ГПР, которое называется «Джинго». Это основное движение, которое сочетает в себе все уходы и все нападения. Это некое передвижение. Джинго. Сейчас моя голова находится вот в этой плоскости. Она находится чуть дальше кончиков моих пальцев ног. Когда я отхожу назад, я отхожу не за счет того, что я поднимаюсь, опускаюсь, а за счет того, что баланс, как бы мы вначале разминались, я баланс переношу с одной ноги на другую. Таким образом экономлю большое количество пространства. Это расстояние удара, в общем-то. Отходишь на расстояние удара. Руки. Смотри. Руки самое главное, да? Да, это очень важно. Это защита наша. Руки двигаются вот таким вот образом. Попробуй. Когда, грубо говоря, происходит бой, руки задействованы в этом? Обязательно. Это диалог. Я тебе задаю вопрос. Спрашиваю тебя. Как у тебя дела? И ты мне отвечаешь, спасибо, хорошо. Я поняла. Теперь ты. Задавай вопрос. Два? Отлично. Хорошо. Теперь я задам. Внимательно. О! Здорово! Попробуем теперь усложнить эту связку. Готово? Окей. Джинго. Все, что ты делаешь человеком. Пробуй. Я хочу тебя спросить такую вещь. А преимущественно тренируются мужчины больше или женщины? Это игра для всех. Для всех возрастов. И для всех профессий, социальных слоев, пола, вероисповедания. Это игра, как шахматы. Ее может овладеть как ребенок, так и стоит. Абсолютно неважно, какого пола, какой расы, на каком языке, да, на каком языке ты говоришь. КПР еще называют бразильским кунг-фу. Потому что это тоже о многом. Это как бы искусство, в том числе жизнь. Это призма восприятия. КПР — это способ воспринимать мир. Есть такая практика. Когда ты один тренируешься, можно тренироваться с воображаемым соперником. То есть всегда быть ориентированным на некую точку. И вокруг нее делать все элементы. Пытаясь представить, что тебя постоянно контратакуют, и ты уходишь. Это может быть стул, шапка, монетка, все что угодно. We'll be right back.
АУ. Вот в отличие от гимнастического колеса, все элементы фейри направлены на то, что ты видишь человека. Ты всегда смотришь на него. Всегда. Что бы ты ни делал, ты всегда смотришь на человека. Всегда. То есть взгляд не отводя, да. Ждать подвох в любой ситуации. Да. Даже если ты разворачиваешься, ты всегда смотришь. Смотришь и подвох. И в глаза смотришь. Да. А почему все начинается с положения сидя? Мы используем 5 точек опоры. Это стопы, ладони и голова. Мы делаем все низко для того, чтобы все точки опоры были рядом. Ты всегда можешь идти. Хорошо. Давай сделаем проходку. Туда и обратно. Иди за мной. И обратно. Обратно делаем открыто. Очень хорошо. Мостик. Мостик у нас называется понч. Так. Да. Нет. Сюда лицом или нет? О, молодец, молодец, иди. Иди, все верно. Все правильно? Ногами вперед? Все правильно? Идеально. Выходим таз. Да. И сейчас. Смотри вперед. Здорово! На самом деле это основные элементы КВЛ. Но мне кажется, обыкновенный человек не сможет взять нас и мостик такой сделать. Назло. Вадим. Вадим. Я, значит, встаю вот так. Ты встаешь поближе ко мне, да? Спиной ко мне. Смотри на зеркало. Окей. Сейчас ты делаешь мостик, опираясь на мою спину. Согнись, колени, стой, согнись, согнись. Облокотись спиной к моей спине. Ага, хорошо. Итак, Вадим. Отлично. Вадим, смотри, на счет три. Тебе просто нужно оторвать твою ноги, подпрыгнуть. И как только ты подпрыгиваешь колени, сразу в груди. Понял? Да. На счет три. Раз, два, три. Еще немножко тренировок, ты уже делаешь все настроение. Лучше ходить на групповые занятия или чтобы персональный тренер занимался? Лучше на групповые. Индивидуально, только когда у тебя уже наработает через некоторое время, пройдет год-полтора, нарабатывается база, да, и дальше индивидуально оттачиваются нюансы. Mm-hmm. Это важно. Но до полутора лет... Ну, то есть, в самом начале лучше, конечно, ходить на групповые занятия. Да. И это, конечно, поддержка большая, потому что когда ты приходишь. Ты говоришь, что кого-то тоже не получается, потому что ладно. Да. Ты видишь, что это нормальный процесс, то, что все постепенно учатся. И у тебя даже стимулы есть. Что у кого-то не получается, у тебя получается чуть лучше. Или у другого получается чуть лучше, ты хочешь его догнать. Вот. Это всегда как бы помогает. Я пожелаю удачи. Спасибо тебе большое. Я знал, кто ко мне придет, и поэтому специально для тебя я хотел сделать что-то, что было для тебя не так легко, как вот для, чтобы и тебе показалось это не таким простым занятием. Да, ты прав, ты угадал во всем. Мне действительно это показалось трудным. Но я надеюсь, я совсем справилась. Да, ты молодец. Спасибо тебе. Счастья, любви, удачи, хорошего настроения. И тебе взаимно. Еще хочу поблагодарить Союз контактного спорта в Кутузовске за предоставленную нам площадку. Подписывайтесь на канал.